Аппаратное совещание губернатор начал с подведения итогов развития области за 9 месяцев года. Сергей Морозов донес до сведения собравшихся, что регион назван в числе субъектов с умеренным уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости в рейтинге ведущего российского агентства «Эксперт РА». Таким образом, Ульяновская область, как субъект Российской Федерации, показывает одни из самых лучших показателей стабильности в Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе, и имеет возможность заниматься активной финансовой, экономической и кредитной политикой. После оглашения рейтинга губернатор передал слово первому заместителю председателя правительства Андрею Тюрину. Он подвел итоги промышленного производства за 9 месяцев этого года. Индекс промышленного производства в Ульяновской области сохранил достигнутые результаты и составил 106,9%. Для примера должен сказать, что в Российской Федерации по данному индексу по итогам 9 месяцев показатели 101,8%. Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что регион сможет не просто выполнить план промышленного производства, но и перевыполнить его на несколько процентов по итогам года. Лучшие результаты показали отрасли, связанные с производством машиностроительного оборудования, транспортных средств и текстильной продукции. Но есть и те, кому следует подтянуть свои результаты. Например, производство электронных и оптических изделий и готовых металлоконструкций. За счет реорганизации действующих институтов развития, за счет оптимизации штатной численности, за счет структурных преобразований, я это специально так подчеркиваю, а не за счет там, увеличения штатной численности, мы себе точно этого не можем допустить, наоборот, вот сокращать мы можем, увеличивать точно не будем. До буквально 1 там, ноября, то есть в оставшийся очень короткий период времени, будет создана мощная корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области. Руководитель новой госкорпорации поручен Руслану Гайнединову. Утверждение его на эту должность прошло после консультации с бизнес-сообществом региона. Губернатор подчеркнул, что эта должность министерская, и Гайнединов войдет в состав областного правительства. Обрисовал глава региона и круг новых задач корпорации. Ей нужно завязать партнерские отношения с торгово-промышленной палатой и готовить дни промышленности. Они будут проводиться ежеквартально, с начала следующего года. Это день, когда будет проходить специальная научно-промышленная выставка, когда мы будем презентовать образовательный потенциал региона, кадры, наука для развития промышленности, когда у нас будет проходить церемония награждения лучших промышленных предприятий, и когда мы будем подписывать соглашение о партнерских отношениях как внутри региона, так и за пределами региона. Поможет развитию экономики еще одно назначение. На этой неделе губернатор объявит имя своего заместителя, который займется формированием нормативно-правовой базы и вовлечением людей в новую, цикличную, безотходную экономику. Параллельно с этим глава региона подверг критике руководителя ряда институтов развития Ульяновской области. Кадровый вопрос решается в самом молодом министерстве области – Министерстве молодежного развития. Уже сегодня будет решен вопрос о назначении заместителя министра. Заместителем министра молодежного развития, Министерства молодежного развития будет назначен Терехин Сергей Николаевич с освобождением от занимаемой должности руководителя аппарата общественной палаты для того, чтобы, так сказать, усилить вот эту команду, которая сейчас создается. В заключение аппаратного совещания губернатор вновь коснулся молодежных проблем. Глава области подписал распоряжение об объявлении в следующем году конкурса «Моя законотворческая инициатива». Он пройдет среди студентов и учащихся Ульяновской области. Победители конкурса будут награждены, а молодежный законотворческий проект регион станет продвигать на всех уровнях, от муниципального до федерального. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.